Перед тем, как вы начнете смотреть это видео, хочу поделиться радостной для меня, надеюсь, и для вас новостью. Это то, что у меня давно появилась идея создать сайт, на котором вы сможете попытать удачу и не быть обманутыми. Со сторонними сайтами это обычно не складывается, поэтому я озадачился созданием своего сайта. И вот, наконец-то он доделан, его первая версия, которая уже работает исправно, хорошо. И я сделал все максимально просто и прозрачно для вас. Все, что вам нужно, это перейти на сайт, выбрать приз, который вы хотите выиграть, и купить шансы, купить билетики, купить номерки, как хотите их называйте. Один шанс равняется всего $1. То есть, если приз стоит $100, то вы можете купить себе, например, 3 шанса, и у вас будет 3% на победу, что достаточно много. Сразу же при покупке вам выдается номерочек. Если вы купили один шанс, это один номерочек, купили 2, это 2 номерка. И у каждого человека, который купит, будет свое определенное количество номерков. Все очень просто. Когда собирается нужная сумма, сразу же тут на канале я просто беру и одним кадром, как я это делал уже один раз на Пайтек на втором канале, тут же я это и сделаю. Одним кадром, без нарезок, максимально чисто, просто нажимаю на компьютере в рандомайзере номер и выбивается, например, ваш номер. И сразу же мы с вами связываемся, и приз уезжает вам. И это то, чего еще нету на Ютубе вообще среди сайтов, потому что все хотят нажиться, а чтобы что-то такое было от блогера, еще ни разу. Поэтому тут есть выгода и вам, и мне в просмотрах. И получается идеальная схема, как мне кажется. Поэтому переходите по ссылке в описании. Реально мой сайт, вы можете зайти, там все сделано под меня, потому что мой сайт реально создавался. Я являюсь гарантом, как это говорят. То есть 100% честность, 100% прозрачность. Тут вы это сделаете настолько же честно, как вытягивание длинной или короткой спички. То есть максимально просто, примитивно, но удобно. Всем хай, с вами Данил Пай. Посмотрев огромное количество материала, которое я наснимал на протяжении всего путешествия, я понял, что моментами нужны разъяснения, поэтому я буду таким рассказчиком, который пронесет вас нитью через все события, которые были за последнюю неделю, наверное, даже больше. Так что давайте начнем. Мне случайным образом подвернулась возможность поехать в путешествие через всю Калифорнию и потом обратно с Лос-Анджелеса вернуться в место, где я живу. И я за 10 минут собрал чемодан, и мы поехали в путь. Идем куда-то, и вся тропинка состоит из вот таких вот маленьких тропинок. Тропинка состоит из тропинок, это понятно. Вот так вот. И сейчас должны куда-нибудь выйти к смотровой, наверное. Вот в таком домике мы поселились, это где-то в середине леса. Я был удивлен, что там есть горячая вода, душ и розетки. Еще говорят, что Wi-Fi. Wi-Fi я не нашел, не подключился, потому что его в принципе нет. Сейчас посмотрим. У нас была основная точка в первые пару дней. Это национальный парк Йосемити. Я вам уже показывал с него видео, снимал совсем недавно, вроде бы даже месяц-полтора назад. Но мы поехали туда не сразу, а заезжали в разные национальные парки и останавливались на ночь в разных местах. Так вот, в первый день мы поехали в сторону Йосемити. Проснулись, улыбнулись и, в принципе, сейчас уже собираемся, будем ехать дальше. Дальше выселяемся с домиков, вот как-то так. Этот день встретил меня сразу двумя задачами, которыми мне нужно решить. Потому что, во-первых, я взял стабилизатор, а один болтик, один, вот вы подумайте, стабилизатор, большая система с батарейками, с креплениями, с чем хотите, и один болтик я не взял, и я уже не могу прикрепить камеру и снимать плавные кадры. Это отстой. Если бы даже я его не взял, это было бы не так плохо, когда ты знаешь, что он у тебя есть, что ты можешь это все снять, но у тебя нет одного болтика. Поэтому я буду рисковать тем наименьшим, можно так сказать, и попытаюсь вынять из вот этой вот штуки крепление. Я уже отцепил эту часть, надо как-нибудь этот винтик вынять, я уже пытался на него прыгать, он достаточно крепкий. И вторая задача, я когда взлетаю квадрокоптером, сразу пропадает видеосигнал. Так как это национальный парк, и тут не особо можно летать, скорее всего, или глушат, или просто надо обновить ПО, потому что, вы прикиньте, вчера я обновлял программное обеспечение на новое. Сегодня мне предлагают еще какое-то новое. Я предполагаю, это из-за того, что он новый, и ему сейчас потихоньку прилетают все новые апдейты. Поэтому посмотрим, что и как будет. Постараюсь все исправить сразу. Let's go.
что проходили там, и там жили подземные пчелы. Я не заметил, как они начали окутывать мою ногу, все, что хочешь, и я получил 3-4 укуса за раз. Убежали все, покусали двоих, я один из раненых. В нашем путешествии мы везде были один или максимум два дня, чтобы не засиживаться на одном месте. За 1-2 дня посмотрели все, что есть в округе места, где мы остановились, и поехали на машине дальше. Во второй день мы проехали немного дальше, немного больше посмотрели, и, конечно же, мы не могли упустить горный ручей и как раз поплавать в нем. Самый большой интерес во всех парках, где мы были, национальных, это секвойи. Секвойи — это один из самых больших, самых древних видов деревьев на Земле. И как раз секвойя принадлежит рекорд по размеру, но об этом чуть-чуть позже. Одного ручья за день нам не хватило, поэтому мы как раз заехали на второй и даже третий. Потому что ну нельзя упускать возможность покупаться в горных ручьях. Такими мелкими перебежками мы доехали до пещер. И снова таки с пещерами у меня связана отдельная история, потому что когда-то месяца 3 назад мы с семьей уже хотели посетить эти пещеры, но у нас не вышло, потому что спуск достаточно длинный. И с маленьким ребенком, да, у меня есть сестра, это бы не получилось. Поэтому именно тогда мы взяли и развернулись обратно. В этот же раз я как раз попал туда, посмотрел и вам все поснимал. Вообще весь путь на протяжении всего путешествия справа, слева были максимально крутые виды, и мы останавливались практически везде пофоткать, поснимать, с квадрокоптера поснимать. Это было просто круто. По дороге мы увидели супер крутое озеро, и буквально через несколько минут мы поняли, что Йосемити закрыто из-за огромных пожаров, которые были тогда и остаются сейчас. Чтобы вы понимали, у меня в обед над землей тень из-за того, что пепел летит вверх. И если вы долго пробудете на улице и поставить стеклянный стол, станет видно, насколько сильно летит пепел, остается маленькая пелена из пепла, хотя я нахожусь достаточно далеко от места пожара. Там очень сильные пожары, и закрыли весь национальный парк, а жилье у нас было именно в национальном парке. Тем же вечером мы решили, куда поедем дальше, и нашли жилье. Это было озеро Тахо. И знаете, у меня складывается впечатление, как будто в Калифорнии, во всех самых интересных местах, почти везде я был, потому что в каждом месте нашего путешествия, там, скорее всего, я уже когда-то был на протяжении вот этого года. И вечером мы поехали в Тахо, вот ближе к 12 мы уже были, заселились, и как раз там я катался на лыжах зимой, и было прикольно посмотреть на него летом. Утром мы пошли на просто нереально красивый пляж. Там же арендовали гидроциклы, и я вам скажу, ощущения это были просто класс. Приехали к месту, в котором уже были зимой. Летом оно не менее красивое. Сейчас я попытаюсь запустить тут дрон, вам все показать. Кстати, я нашел винтик от стабилизатора. Это меня радует, и я могу снимать вот такие вот плавные пролеты.
На следующий день мы успели съездить на гондолу и посмотреть с птичьего полета весь край озера Тахо. В тот же день у меня особо материала много не было, потому что мы ехали к следующему пункту. Потому что от Йосемити мы как будто вернулись обратно к точке отправления рядом с Сан-Франциско. А потом нам надо обратно, около 8 часов было, ехать до Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес не было нашей целью на том этапе, поэтому мы были в часе езды от Лос-Анджелеса, там как раз и остановились в национальном парке, и уже вечером мы решили пойти гулять. Вы понимаете, лес, везде написано, типа, медведи могут быть, белки, там еноты где-то за деревьями прячутся, и мы решили пойти гулять. Отошли мы буквально, ну не знаю, метров 100, и увидели тень, очень похожую на медведя, и при том, что там пишется, могут быть медведи. Особо каких-то там ревов медведя мы не слышали. Но вот тень напугала нас достаточно, что мы медленным шагом пошли обратно в номера и уснули до следующего утра. Утром же мы посмотрели, что это был мусорный бак, но так как медведи могли залазить в мусорные баки, это тут распространенная практика, мы не знаем, мог ли это быть медведь, пытающийся залезть в мусорный бак, или это была просто тень от мусорного бака. Это тайной и останется. На протяжении того же дня мы посетили водопады, в котором была холодная вода, где я не купался, и потом уже добрели до озера, где была максимально теплая вода, где я как раз и решил запустить квадрокоптер, который долбанул мне нормально по пальцу, и у меня вот тут, короче, сейчас синяк прям под ногтем, но не в этом суть. Приехали сейчас еще на озеро, вот на вот такое вот красивое, но громезное. Сейчас поплаваем и поедем дальше. У нас такие прикольные остановочки посреди пути, чтобы не ехать там 4-5 часов одним заходом, примерно каждый час мы где-то на красивом месте останавливаемся. Плюс так не сильно укачивает. Кстати, квадрокоптер накладывает на вас большую ответственность, потому что в многих местах вы не можете летать, и все-таки вы даже можете нести ответственность за чью-то жизнь, потому что если такая штука упадет где-то с высоты 500 метров, я думаю, человеку будет не очень приятно принять на себя удар, и в многих местах я не мог его использовать, например, в Лос-Анджелесе, об этом вы увидите немного дальше. Вот это генерал Шерман, самое большое дерево на земле, самое высокое. Хотя вроде бы и не отличается от третьего места, в котором мы были буквально пару часов назад. Но реально величественно выглядит. И туристов тут в несколько раз больше. Доехали мы, конечно же, и до самого большого дерева в мире, как раз секвоя. Это генерал Шерман вроде, или капитан Шерман, как-то так оно называется. В принципе, секвоя как секвоя, просто она совсем немного больше, чем какие-то другие. Секвоя и так огромезная, а самая большая, она просто самая большая. Но выглядит она могущественно и мощно и круто.
Доброе утро, мы сейчас в Палмсдейле. Это город в часе езды от Лос-Анджелеса и в 2,5, насколько я знаю, от Сан-Диего. Мы сегодня едем в Сан-Диего. В Лос-Анджелес мы будем заезжать на обратном пути. Вот так вот. И по идее уже ближе к вечеру мы должны купаться в теплом океане Сан-Диего. В обед, ближе даже к вечеру, мы доехали до Сан-Диего. Там же и была наша важная первая точка, которую нам нужно было посетить. Это зоопарк, потому что в Сан-Диего один из самых крутых зоопарков в мире. И я хочу вам сказать, скорее всего, это так и есть. Живут, конечно, животные по-королевски, я вам скажу. На него ушел весь оставшийся день, и ближе к 12 вечера мы уже заселились и пошли плавать в океан, потому что в Сан-Диего одна из самых теплых вод на этом побережье. Насколько я помню, ближе к часу мы вернулись с наших ночных купаний, помылись и пошли с новой силой гулять, потому что там у нас было не так уж и много времени, и жили мы в таком вот курортном как бы уголке. Поэтому мы ходили, гуляли до 3:30, пришли, легли спать, и вечером, до того, как мы пошли гулять, у нас была договоренность. Те, кто хотят пойти поплавать, могут быть уже готовыми и пойти сразу утром поплавать, потому что времени у нас было не так уж и много, а океан очень теплый. Утром проснулось только 2 человека из нашего экипажа, и один из них был я. Я был в шоке, но купаться мне хотелось, поэтому я пошел поплавал. К моменту, когда все проснулись, мы уже были готовы ехать в следующий парк развлечений, который называется SeaWorld. Там показывают самых прикольных животных из морского мира, и также есть аттракционы, связанные с водой. Там я прокатился на одном из самых страшных аттракционов, который, по сути, оказался не таким страшным, как он мне казался. И был аттракцион, который понравился мне прям особенно. Я только что уже прокатился на этой горке. Это, я вам скажу, было прикольно. Она тут типа одна из самых страшных. Вот сразу сходу одолел ее. И она оказалась не такой страшной, как я переживал, потому что реально скорость там такая большая. Понимаете, я смотрел на людей, которые выходят оттуда. Например, девочка могла выйти полностью сухой, а мужчина рядом мог выйти там в нитку мокрый. Я не понимал, почему так. И спокойно стоял в очереди. В носках, в кроссовках, полностью одетый, с рюкзаком, полным квадрокоптером и камерой. Самые умные успели снять носки, а я же, думая, что все будет прикольненько и я останусь сухим, поехал на той же горке со всеми.
Я с ног до головы мокрый весь после того аттракциона, но хочу заметить, он был достаточно веселый. Чтобы вы понимали, я еще где-то час ходил с хлепечущей водой у меня в кроссовках. Но я считаю, это того стоило, потому что аттракцион был достаточно прикольный. Мы посетили очень много разных выступлений разных животных, но мне больше всего запомнились касатки. На этом кадре вы можете видеть, как плюхается вода, летит на камеру. Кадр, конечно, получился просто конфетка, но после этого объектив камеры запотел. Понимаете, не то чтобы я хотел сменить камеру. Мне стало, конечно же, жалко, что морская соленая вода попала под объектив, и у меня были надежды. Или запотевание останется надолго, вот прям таким пятном, через которое вообще нереально было снимать, поэтому я снимал на телефон фрагменты. Либо там останется такой, знаете, морской легкий песочек на лед. На объективе. Почти до конца дня я ждал, когда вот камера раздуплится, объектив высохнет, и вы не поверите, это чудо какое-то, что на камере вообще ни следа. Просто пару часов я не мог ее использовать из-за того, что большое такое замыленное пятно было посередине объектива, и все обошлось. И уже на следующий день мы прибыли в LA. Так как я в Лос-Анджелесе был 4-й или 5-й раз, я выступал типа как гидом. Мы походили по типичным туристическим местам, например, Аллея Славы. Аллею Славы уже второй раз для меня, и второй раз я убедился, что это абсолютно бредовое место, в которое не надо приезжать туристам, потому что вообще ничего интересного, куча народу, непонятно из-за чего. Все знаменитости оставляют отпечатки рук, ног, кто чего хочет, и вот типа оно вот так подписывается, и вот тут вот кладут такие бетонные плиты с их отпечатками. А вечером мы вышли из отеля, чтобы погулять, походить как типичные туристы, посмотреть, возможно, какие-то сувениры. И случилась очень смешная ситуация. Нас затянули в здание, показали нам фильм и начали продавать книгу. И вы можете увидеть фрагмент, как спустя час мы говорим, что книга нам не нужна, и фильм вот посмотрели, считайте, случайно. У нас, так сказать, в экипаже была Маша, у нее спросили, с какой она страны, она ответила, сказали, вау, у нас есть фильм на этом языке, нас завели, показали фильм и начали продавать книгу на русском языке вместе с фильмом, с чем хотите, про дианетику, короче, науку про мозги, и мы спустя только час вышли оттуда. Это было смешно, один из самых веселых моментов в Лос-Анджелесе. На следующий день мы решили устроить так называемый хайкинг и покарабкались в обсерваторию, точнее доехали к подножью горы и покарабкались в обсерваторию, чтобы сфоткаться с надписью «Голливуд» и дойти как раз вот к месту, где можно посмотреть и обсерваторию, и вывеску «Голливуд». Смотрите, как прикольно, тут есть вся таблица Менделеева, и как только вы нажимаете на кнопку, показывается какой-то определенный. И тут есть примеры всех из них. Вот, например, бариум выглядел бы примерно так. Вот так вот цезиум, и так вот прикольный.
и можно нажать, и появятся только определенные элементы, которые вы нажали. Дальше же мы поехали в Санта-Монику. Приехали на Санта-Монику вот куда-куда, а сюда надо сходить обязательно практически всем туристам. В конце уставшие и находившиеся сели в автобус и поехали обратно. И получилось, что мы сначала спустились вниз с Калифорнии и под конец уже с Лос-Анджелеса поднялись на автобусе в самый верх обратно. И вот настолько крутое путешествие у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал. С вами был Данил Пай. Всем пока-пока!